Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю очень красочное праздничное блюдо с баклажанами и фаршем. Рецепт довольно простой и легкий в приготовлении, но получается блюдо очень вкусное, сочное, аппетитное, а аромат не передать словами. 5-6 шампиньонов нарезаем средним кубиком. Лук нарезаем также кубиком. Отправляем в сковороду и обжариваем до полупрозрачности. Добавляем грибы. Перемешиваем. Через пару минут солим, перчим. Доводим до готовности. 200 грамм мясного фарша солим. Добавляем приправы. У меня смесь перцев, хмели-сунели и немножко сушеного чеснока. Все хорошо тщательно перемешиваем. Выкладываем остывшие грибы с луком и снова перемешиваем. У кабачка удаляем сердцевину и нарезаем кольцами. Размером примерно 8-10 мм ширина. Выкладываем в глубокую тарелку. Солим. Я добавляю орегано и базилик. Они прекрасно сочетаются с кабачками. И немного растительного масла. Перемешиваем и оставляем на 20 минут мариноваться. Два узких баклажана нарезаем кусочками наискосок, шириной примерно 5 мм. Выкладываем в миску, солим и оставляем на 15 минут. Затем промываем в воде и обсушиваем бумажной салфеткой. Отправляем в разогретую сковороду. Солим, перчим. Добавляем любимые приправы. Обжариваем с обоих сторон. Выкладываем кусочки баклажана на кольца кабачка в форме цветочка. Вот так примерно это должно получиться. Теперь выкладываем фарш по центру в форме шариков. 20 грамм сыра трем на мелкой терке. Сливовидные помидоры разрезаем вдоль пополам и нарезаем полукружочками. Фарш посыпаем обильно тертым сыром и украшаем кусочками помидора. Вот такая красота у нас получается. По желанию можно добавить половинки помидора черри или маслины, тогда получится еще красивее. Накрываем все фольгой и отправляем в духовку 200 градусов на 30 минут. Затем убираем фольгу и снова в духовку на 5-10 минут. Наше блюдо готово, можно подавать к столу. Получается очень ароматное, вкусное, сочное. И смотрится на столе просто великолепно. Кому понравился рецепт и идея оформления, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем желаю приятного аппетита и удачного дня. Счастливо! Пока-пока!